Доброго времени, дорогие друзья! Сейчас у нас в Центре парапсихологии Алены Полы проводится ритуал закрепления души в теле. В первую очередь этот ритуал необходим тем, кто испытывает постоянную тревожность, страхи, депрессию, нет желания жить. Вам снятся кошмары, где вы постоянно проваливаетесь в бездну или тонете и никак не можете найти выход. Шаманы в таких случаях ищут чат души и возвращают ее назад в тело. А психология, будучи наукой о душе, мало что может пояснить в случаях странной непонятной тревожности. И тогда в ход идут препараты, которые не совсем решают суть этой проблемы, а только заглушают ее. Чтобы всего этого избежать, нужно закрепить душу в теле, чтобы она приобрела со своим телом единое целое. Ведь только ведьмы знают, что душа прикреплена к нити ветрогона и отстраняется от тела, и обязательно требует закрепления. Если вы чувствуете у себя такую проблему, следует ее решать. И мы вам в этом обязательно поможем. Приходите к нам в Центр парапсихологии Алены Полы. До новых встреч!